Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 56-м уроке видеокурса «Landing Page для начинающих». И в этом уроке я хочу вам показать сногсшибательный виджет, он очень нужен многим вебмастерам, которые специализируются на создании лендингов. Этот виджет позволяет задержать ваших посетителей немного на сайте. И дальше все зависит от того, каким предложением вы его заманите, то есть заставите остаться, насколько это предложение будет полезным и важным потенциальным клиентам. Этот виджет работает тогда, когда человек зашел к вам на сайт, все просмотрел и решил уйти с сайта и закрыть вкладку. Вот после того, как он нажимает на кнопку «Закрыть вкладку», в слайд-окно с просьбой остаться на этом странице и две кнопки «Уйти со страницы» или же все-таки остаться на странице. Сразу хочу сказать, людям, обычным людям, которые заходят на сайты, такое не нравится. Мне тоже такое не нравится. Тем не менее, эта фишка, она популярная и где-то, может быть, сыграет для вас плюсом. Итак, давайте протестируем данный виджет. Я сейчас попытаюсь закрыть страницу, и у меня всплывает, вы видите, вот такое окно. Естественно, вот этот текст, он по умолчанию, данный текст вы спокойно замените на свой. И здесь вот две кнопки «Покинуть эту страницу», «Остаться на странице». Соответственно, человек кликнет «Покинуть на страницу», он действительно уйдет с этой страницы. Если «Остаться на странице», тут как раз-таки в настройках можно выставить «Остаться на той странице», на этой же странице этого сайта, перейти на внутреннюю какую-то страницу в Adobe Muse, либо перейти на какой-то сторонний сайт, то есть автоматически человека перенаправит. Я кликаю «Остаться на этой странице», и вы видите, меня перебрасывает как бы вообще на другой сайт, потому что в настройках я указал данный сайт. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как этот виджет настраивается. Это обычный виджет, после установки он у вас появится в библиотеке. Давайте рассмотрим его настройки. Смотрите, здесь немного настроек, и в принципе здесь все понятно. Вот этот текст вы весь заменяете, только не трогайте, смотрите, вот эти значения, косая черта и буковки N. Я полагаю, что это такие как бы разделители, черточки, которые вы видели в всплывающем окне, да? То есть, если они вам нужны, вы их не трогайте. А остальной текст вы заменяете весь на свой. Дальше, смотрите, второе поле количества показов посетителю в сутки. У меня стоит 10, потому что я тестирую и показываю здесь в уроке, поэтому мне нужно больше. А вы обязательно выставите вот так один раз. Не нужно навязывать это окно, тем более большинство пользователей относятся к этому негативно. Выставите здесь один раз. То есть одному человеку в сутки покажется один раз. Вдруг так получится, что за сутки он зайдет к вам еще раз. И опять это надоедливое окно. Поэтому здесь ставьте один раз. И последнее поле, куда перенаправить. Если нужно остаться на этой же странице, то вы ставите адрес вашего лендинга, да, то есть когда у вас сайт залит на хостинге, он имеет доменное имя, вы его здесь ставите. Если в Adobe Muse вы создали дополнительные страницы, также здесь страницы можно прописать, например, какой-то бонусная страница, да, то есть только человек, когда зайдет и захочет закрыть страницу, и вы хотите, чтобы эту бонусную страницу была возможность увидеть только после закрытия, да, то, соответственно, то есть подготавливайте бонус, делайте скрытую страницу и потом здесь прописывайте адрес. И, соответственно, в общем, любой адрес можно здесь оставить, даже сторонний. То есть вот мой адрес fedorvasiliev.ru, да, это отдельный сайт. Давайте еще раз попробуем. У нас опять всплывает окно. Вот те косые черты и буковки N, это, скорее всего, как я говорил уже, вот эти вот звездочки. То есть их, в принципе, можете оставить, да? Меняете только свой текст, свое предложение. А вы видели, когда я нажимал «Остаться на странице», меня перебросило на ту страницу, которую я указал. Если мы кликаем «Покинуть страницу», мы сейчас просто тестируем с вами данный виджет. Я кликаю, и у меня браузер закрывается. То есть это был браузер Chrome, если открыта одна вкладка, и мы ее закрываем, то браузер сам закрывается. То есть, значит, все работает. В принципе, нужная такая штука. В некоторых случаях может очень сильно пригодиться. Под этим видео перейдете на мой сайт и скачаете данный виджет. На этом все, и увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак
качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в 2 клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет, например, меню для мобильных устройств, несколько вариаций мобильных меню, уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто.